Да. Здравствуйте, Виктор Юрьевич. Здравствуйте. Игорь, вот территория лагеря «Красный сок». А можно как в Москве? Реновация. Признаем аварийным и... Извините, а вы кто? А вы кто? Я директор лагеря. А мы дети особенные. Но лагерь вообще-то закрыт, признан аварийным. Но мы даже не приспособлены для таких детей. А они приспособятся. Нам тут не нужно это. Выполнение. А где ваш вожатый? Алло. Липцелем никто. Это что за дети? Пацаны, гаси! Я плохой! Бой! Где дети? Может, сбежали? В смысле сбежали? Вообще, это, наверное, самое яркое приключение в их жизни. Угощайтесь. Ты мой груз. Бойцы! Злодей, что ли?